Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – образы творчества Михаила Булгакова. Его художественный мир по преимуществу – это мир разных типов замкнутых пространств – жилищ, театров, больниц, школ и так далее. В этом мире в интерьерах кабинетов, кухонь, спален, театров, ресторанов герои произведений Булгакова переживают, страдают, разговаривают, обмениваются мнениями, сочиняют что-то. Там проходит их биографическое время, формируется и развивается их личность. Мы коснулись только самых основных мотивов и образов творчества этого великого русского писателя XX века. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Творчество Булгакова по классификации Бахтина. Дом как важнейший мотив искусства Булгакова. Дом-приют и антидом у Булгакова. Тайный приют. Дом Турбиных как символ продолжения рода и семейной традиции. Духовный мир Булгакова. Творчество Булгакова по классификации Бахтина. Бахтин, анализируя творчество Достоевского, делит писателей на два типа. Первый тип писателей во главе с Достоевским склоняется к изображению порогов, границ, дома и комнат, например, переходов, лестниц, дверей, ворот, ступеней, где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный перелом судьбы. А второй тип писателей – в число которых, согласно Бахтину, входят Тургенев, Толстой, Гончаров и другие, часто подчеркивает значение внутреннего пространства дома и комнат, в которых проходит биографическая жизнь и совершаются события. Михаил Афанасьевич Булгаков по своему душевному складу и творческой натуре близок ко второму ряду писателей. Его всегда волновали проблемы дома. Его художественный мир по преимуществу – это мир разных типов замкнутых пространств – жилищ, театров, больниц, школ и так далее. В этом мире в интерьерах кабинетов, кухонь, спален, театров, ресторанов герои произведений Булгакова переживают, страдают, разговаривают, обмениваются мнениями, сочиняют что-то. Там проходит их биографическое время, формируется и развивается их личность. Дом вместе с городом является центральной и любимой темой писателя. Булгаков постоянно думает о квартирных проблемах. После переселения в Москву в своих письмах и дневниках он чаще всего говорил о своей бытовой неустроенности, о мечте получить теплую комнату. Личные переживания писателя и тяжелая борьба за существование в Москве привели его к постоянному вниманию и изображению дома не только как функционально организованного пространства, но и образной системы. Таким образом, дом был важнейшим мотивом искусства Булгакова, одним из основополагающих в его творчестве. Более того, мотив дома отличает Булгакова от других его современников, уделявших, как правило, мало внимания жилищу в современном городе. Например, герои произведений Александра Блока ненавидят уют в доме, бегут из дома, а герои Булгакова стараются вернуться в свой желанный дом. Художественный мир писателей 20-х годов антитезисом противостоит миру Булгакова, в котором образ дома наряду с образом города всегда выходит на первый план и вытесняет все остальное.
Дом-приют и антидом у Булгакова. Жизнь и творчество Михаила Булгакова концентрировались главным образом между двух городов-столиц. Киевом, где он родился, вырос и получил образование, и Москвой, где сформировался как писатель, где жил и творил значительную часть своей жизни. Идеальным примером антидома в романе «Мастер и Маргарита» служит с точки зрения Лотмана коммунальная квартира, распространенная форма жилья в Советском Союзе и в России. Коммунальная квартира практически лишает человека личного пространства. Вся жизнь проходит на виду у соседей. Общая кухня, общие разговоры, тонкие стены, незаглушающие разговоры, бесконечный шум и крики детей в общем коридоре. В такой обстановке нет возможности отгородиться от внешнего мира и насладиться покоем своего маленького космоса. Эти два понятия, дом-приют и антидом, противостоят друг другу. У них разные функции, и они по-разному оказывают влияние на человека. Дом первого типа формирует личность человека, является пространством, где можно спокойно жить, создать крепкую семью. Дом второго типа является его полной противоположностью. Он не пригоден для семейной жизни, в нем нельзя родить и воспитать детей, в нем умирают или стараются из него сбежать. Лотман высказывает мысль о том, что в мировой фольклорной литературе можно встретить немало подобных противопоставлений. Дома своего, безопасного, охраняемого какими-либо богами-покровителями, антидому, чужому, равноценному месту смерти. В произведениях Булгакова находят свое место оба типа жилищ. Дома-приюты в творчестве Булгакова можно разделить на две подгруппы. Вечный дом-приют и тайный приют. Первый тип воплощается в доме Турбиных в Белой гвардии, в снах героев рассказа «Красная корона», в снах героев повести «К тайному другу», театрального романа и затем на введенных в них художественных текстах, текстах в тексте, в вечном доме для мастера в закатном романе писателя. Ограниченность объема данного параграфа не позволяет рассмотреть все эти произведения, поэтому остановимся лишь на анализе дома Турбиных как самом ярком и полном примере образа дома Ковчега, характерного для художественного мира Булгакова и реализующего авторскую идею о доме как хранителе семейных традиций и ценностей, защите и спасении обитателей от внешнего мира, уголки уюта и комфорта, как источники счастья. Дом Турбиных. Дом Турбиных как символ продолжения рода и семейной традиции, как очаг и источник счастья, находит свою реализацию в деталях быта, в домашнем предметном мире. В каждом предмете, в каждой мелочи этого турбинского дома находится семейное спокойствие, счастье и теплота. Так, среди разнообразных бытовых деталей в жилище Турбиных Булгаков особое внимание обращает на освещение. Свет исходит из разных источников. Пространство дома освещается и лампой, и свечой, и печкой. И таким образом приобретает разные оттенки. Самая заметная деталь обстановки – настольная лампа с абажуром. Абажур имеется в комнатах Елены и старшего Турбина, но разного цвета. В комнате Елены на письменном столе абажур зеленого цвета, а у Алексея – розового. Особое значение для Булгакова имеет лампа с абажуром зеленого цвета, образ которого повторяется почти во всех его ключевых произведениях. Например, в рассказах «Воспоминания», «Стальное горло», в повестях «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Тайному другу», в театральном романе и «Мастере Маргарите».
Лампа с абажуром зеленого цвета для Булгакова – это память об отце, переданная сыну по наследству семейная традиция. Поэтому Булгаков создает этот образ с большой любовью и придает ему большое значение. В письме Попову Булгаков упомянул, как он постоянно видел во снах абажур. Переселившись в Москву, писатель очень скучал по родному дому, которую мог увидеть только во снах. Кроме настольной лампы с абажуром, в доме Турбиных любой свет, горящий в окне, приобретает значение веселой семейной жизни. В отличие от настольной лампы с абажуром, под которым свет горит мягко, весь другой свет в этом замкнутом пространстве – лампы, люстра, верхний фонарь, даже свечи в разных комнатах дома – должен гореть и сверкать как можно сильнее и ярче. Чем ярче свет, тем веселее и счастливее дом. В романе о гражданской войне автор неоднократно прибегает к противопоставлению верхней части дома номер 13 по Алексеевскому спуску, где живут Турбины, и нижней части, где живут Василиса и его жена Ванда, делая акцент на то, какой свет, сильный или слабый, горит в них. Противопоставление слабо освещенных окон у Василисы и ярко и весело горящих окон Турбиных здесь равнозначно противопоставлению между щедростью и скупостью, душевной теплотой и холодностью, жизнерадостностью и мрачной тоской, оживленным весельем и безмолвием. Гостеприимно и зазывно сверкают яркие окна дома, приглашая друзей зайти на огонек. Здесь всех ждет радушный прием и приятный вечер в атмосфере шумного и дружеского веселья. И совсем другая жизнь протекает за окнами, освещенными слабенькими желтенькими огнями. От этого дома веет холодом, там тихо и мертво, дверь наглухо закрыта для посторонних. Да никто и не пытается в нее постучаться. Прообразом этого дома, как известно, является дом в Киеве, 13, на Андреевском спуске, на втором этаже которого жила большая семья Булгакова. Их, по воспоминанию первой жены Булгакова, Лапы, было всего семеро. На первом этаже размещались хозяин этого дома Василий Павлович, с женой и дочерью Инной. Хозяин дома впоследствии стал прототипом Василисы в романе «Белая гвардия». В доме 13 на Андреевском спуске, где жила семья Булгакова с 1906 года и который является прообразом дома Турбиных, постоянно организовывали вечеринки, которые часто заканчивались ночью. Было очень шумно, и Булгаков очень любил такие дружеские шумные вечера. Рабочая атмосфера и домашний уют. Турбины по натуре близки самому писателю, который тоже любит лампы, больше предпочитает работать при электрическом свете или свете свечи, чем при солнечном освещении, в уединении и тишине. Иногда Булгаков даже днем закрывал шторы и зажигал свечи, создавая любимую для работы атмосферу. Кроме лампы, дом также освещает и зарцовая печка в столовой, вся в надписях и рисунках, сделанных рукой Николки. С какой любовью и теплотой Булгаков изображает эту печку? Автор «Белой гвардии» испытывает особое чувство к печке, к огню, который для него является огнем, олицетворяющим жизнь. Промерзший насквозь на дежурстве в снегу Мышлоевский, придя в дом Турбиных, падает возле печки и прижимается к ее изразцам посиневшими руками. Тепло помогает ему прийти в себя. Если лампа и электричество освещает интерьер дома, передавая чувство радости и веселья, то печка жаром и теплотой укрепляет душу и тело. У этой печки в теплой и дружеской атмосфере гости и друзья беседовали о политике, ели, пили, пели песни
играли в карты, ждали выздоровления Алексея, обсуждали наступление Красной Армии, вместе преодолевая жизненные невзгоды, исторические переломы, семейные беды и так далее. Именно в тепле заключается второй существенный признак, отличающий дом-приют от антидома – квартиры Василисы, где всегда властвуют холод и сырость. Эта антитеза – тепло-холод – уже не чисто физическое явление, а материальное воплощение духовного состояния двух семей. В физическом материальном тепле выражается духовная теплота. Такой дом способен утешить человека в беде, согреть его холодное тело и душу. В холодном же доме воплощается характер хозяина, его скупость и неумение радушно принимать гостей. Квартира Василисы является хорошим примером антидома, где нет любви, счастья, радости и смеха, где есть только скука, холодность в отношениях, невкусная еда и деньги. В антидоме Василисы немало денег, единственного смысла ее жизни, но отсутствуют счастье и радость. Деньги мешают этому дому быть счастливым, не согревают его душу. Наряду с лампой и печкой в романе также подчеркнуты другие детали обстановки, свойственные счастливой семейной жизни. Пианино, черные аккорды с развернутой страницей Фауста, черные часы, чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри в виде фигурных колонок и так далее. Здесь следует особо отметить порядок и чистоту, царившие в доме даже в периоды тяжелых испытаний для его обитателей. За исключением некоторых моментов хаоса, внесенного Тальбертом своим отъездом. Но хаос – лишь временное явление, он быстро сменился гармонией и упорядоченностью. Почти всегда, даже в самые тяжелые для семьи моменты, хозяйка этого дома Елена и ее служанка Анюта не бросали домашнюю работу, тщательно наводили порядок и ухаживали за вещами. Всегда накрахмалена белоснежная скатерть, сияли чистотой пол, в вазе стоят цветы. К концу романа их уже в городе нигде не достать. Беспорядка не было, даже когда умирал Алексей. Наоборот, за порядком в доме следили с особой тщательностью. В этих усилиях, совместной домашней работе, видно стремление героев сохранить целостность семьи, семейное счастье, которое перед большими историческими событиями оказалось мелким, незначительным. Тайный и временный приют. Наряду с вечным домом-приютом в творчестве Булгакова существует и другой приют для героев, недостойных дома настоящего. К их числу принадлежит домик Юлии Рейс в Белой гвардии и подвальчик мастера в «Мастере и Маргарите». В тайном приюте в четырех стенах развиваются скрытые от посторонних глаз отношения. Например, в «Тайне от всех» встречаются Юлия Рейс и Шполянский, тщательно скрывая свою загадочную связь. Они встречались лишь в доме Юлии, и, кроме того, Михаил Семенович содержит балерину оперного театра и еще одну даму, имени которой Михаил Семенович никому не открывает. Рейс тоже молчала. Когда Алексей спросил Рейс, что за человек с баками на фотографии, она, скрывая их отношения, сказала, что это ее двоюродный брат. На эту тайную связь наложилась другая потаенная любовь. Любовь Алексея к Юлии, встреча которых произошла в роковой момент, когда на Алексея охотились петлюровцы в чрезвычайно необычайных обстоятельствах. Его спасли в доме Рейс, чем-то похожим на лабиринт. Здесь, где никого нет, в полной оторванности от внешнего беспокойного мира, они познакомились, и здесь начались их отношения, основанные на лжи, обмане и половом влечении. Их связь тоже оказалась тайной, укрытой от других членов семьи Турбиных,
И, конечно, от Шполянского. Неясно, кто он, ее законный муж или любовник. Когда Алексей после посещения домика спасительницы столкнулся с Николкой, оба брата смутились и о своем секрете и визите молчали. Хотя Николка с большим интересом хотел узнать, кого его брат навещал. В ответ на вопрос старший Турбин лишь сказал «Угу» и больше не захотел произнести ни одного слова. Итак, новая возникшая любовь стала большим секретом. Она открывается только сама по себе в раздумьях во сне Алексея. И такой остается до конца романа. Отношения мастера и Маргариты также покрыты тайной для окружающих. Маргарита никогда не говорила мужу о своей связи с другим мужчиной. Даже в прощальном письме она не раскрыла причину своего ухода. Она была тайной женой мастера, втайне навещала его, даже своей горничной Наташе она не раскрыла душу. И рассказывая о своей любви Ивану Бездомному, мастер, как и Шполянский, не выдал ее имени. Большую часть времени влюбленные проводят в подвальчике мастера, отгородившись от всего мира. В тайном приюте они наслаждались особой атмосферой духовной близости. Мастер спокойно сочинял роман о Понтии Пилате, а Маргарита готовила ему завтрак, убирала комнаты или перечитывала написанное им, занималась рукоделием. Редко посещаемый посторонними подвальчик является оторванным от мира, замкнутым пространством, защищающим влюбленных от грозы, символа угрозы со стороны внешнего мира. И полутемный свет в подвальчике как нельзя лучше подчеркивает таинственность их отношений, которые не видны при свете и никому не известны. Подвальчик стал крепостью их любви. Духовный мир Булгакова. В подвальчике мастера старая мебель, как и весь дом, говорит о материальном неблагополучии. Мастер выиграл 100 тысяч, у него было достаточно денег купить себе дорогую мебель и переселиться в роскошную квартиру. Но вместо этого он истратил деньги на покупку книг. Книги – вот что самое дорогое и ценное в этом приюте. Полки с книгами свидетельствуют о духовности мастера. Он равнодушен к миру вещей. Его влечет творчество, мир не материальный, а духовный. В этом оторванном от внешнего мире он может спокойно творить. И здесь же развиваются его отношения с Маргаритой. И творчество, и настоящая любовь – все происходит в подвале, подземелье, пространство которого противостоит наземному внешнему миру. Прежде всего, дому Грибоедова, где люди, проживая бездуховную, бесстыдную, пустую, полную лжи жизнь, жаждут благополучия, лучших жилищ и сытой еды, не понимая ценности настоящей любви. Булгаков создает контраст двух миров – подземного и земного. Это контраст истинного у мастера и ложного творчества у членов Масолита, настоящей любви и полового влечения. Немало москвичей и писателей имеют любовников или любовниц. Духовного богатства и материального благосостояния, тепла и холода. Три самых важных момента, происходящих в подвале, всегда сопровождает дождь на улице. Мастер писал роман и ел картошку с любимой женщиной. Он читал злую статью Латунского о романе, пошатнувшую его здоровье. И, наконец, совсем разбитый и очень больной мастер бросил рукопись в печку. Скромный печеный картофель и роскошной еды в ресторане дома Масолита. Однако, в отличие от вечного дома-приюта, тайный приют приобретает кратковременный, нестабильный, переходный характер. В нем невозможно долго жить, его легко разрушить или потерять. Опустел дом Рейс после ухода Шполянского. Неизвестно, вернется ли он в этот тайный дом, продолжатся ли их тайные отношения.
Но, скорее всего, ответ отрицательный. Былая жизнь, по-видимому, уже утрачена. В этом убеждает пыль в комнатах и фрагмент из романа, где говорится, что продолжение любовной связи с Алексеем маловероятно, и тайный приют скоро ждет полное запустение. Домик принадлежит только прошлому. Будущего у этого дома нет и быть не может. Приют мастера в подвале также недолговечен. Счастье закончилось завершением романа. Литературная травля привела к болезни и породила множество страхов. Способный ранее защитить мастера и его тайную жену от грозы, теперь приют не может спасти его от страшной осенней тьмы, символа темных сил московского литературного мира. Ни горящий ночью свет, ни закрытое окно не могли помешать тьме, принявшей воображение больного мастера, облик спрута с очень длинными и холодными щупальцами проникнуть в жилище. Приют полностью потерял защитную функцию и, перестав быть приютом, превратился, по словам Лотмана, в жаркий подвал, который не только был не способен защитить своего обитателя, но стал причиной доноса, источником зла. Именно зло, исходящее от человека, осквернило духовную чистоту подвальчика, превратило его в антидом. В мрачном антидоме нет места для жизни. Вернувшись в подвальчик с помощью дьявола Воланда и его свиты, мастер и Маргарита не смогли бы в нем выжить. Это уже не живое жилье, а мертвое пространство, которое душит обитателя. Таким образом, судьба тайного приюта недолговечна. В конце концов, он или пустеет, или умирает. В нем невозможны прочные семейные отношения. Он создан лишь для тайных любовных связей, скоротечного счастья. Мир, любовь, творчество и сама жизнь заканчиваются в нем слишком быстро. В этом он выступает антитезой вечному приюту, где люди обретают семью, покой и счастье. Антидом Булгакова. Другой не менее важный для творчества Булгакова тип дома – несчастливое жилье – получил у Лотмана название «антидом». В творчестве писателя антидомов очень много. Их можно разделить на две подгруппы – московскую коммунальную квартиру и большой роскошный дом. К первой подгруппе принадлежат номер 13, дом Эльпид Рабкомунна, в одноименном рассказе коммуналки фельетонов 20-х годов, квартиры Максудова в театральном романе, коммуналки мастера Маргарите и многие другие. А ко второму типу относится холодный и сырой, но уютный дом Василисы из Белой гвардии, дом профессора Преображенского в Собачьем сердце, роскошные квартиры литераторов и квартира Ивана Васильевича в театральном романе, особняк Маргариты в «Мастере и Маргарите». Приехав в Москву без денег, без дома и вещей, Булгаков своими глазами увидел, с какими жилищными проблемами приходилось сталкиваться горожанам. Квартирный вопрос мучил Булгакова весь московский период его жизни. Теснота, антисанитария, шум не давали возможность спокойно жить и работать. Даже в последние годы жизни он все еще мечтал о переселении из шумной квартиры, в которой ему приходилось жить и работать. Итак, мы изучили тему образа творчества Михаила Булгакова. В жизни творчества Булгакова концентрировались главным образом между двух городов столиц. Киевом, где он родился, вырос и получил образование, и Москвой, где сформировался как писатель, где жил и творил значительную часть своей жизни. Тема города, а главное дома, одна из важнейших в творчестве Булгакова. О понятиях дома-приюта, убежища, несчастного дома, дома-антипода подробно говорится в нашей лекции.